Привет, ребята, с вами снова Данил Букреев. Конечно, вы ругаетесь, но у нас сегодня три женские посылочки. Что поделать, эти обзоры тоже смотрят, эти обзоры тоже нужны людям. Стараюсь не частить и показывать побольше вещей за один обзор. Но вот сегодня получается три вещи. Здесь у нас очки женские, здесь у нас, по-моему, футболка, здесь платье. Или, в общем, как-то так, футболка, платье, там, горошек, что-то такое. В общем, сейчас все посмотрим. Давайте начнем все-таки с очков. Очки стоили $5.25. Продавец их хорошо упаковал. Бывает, что продавцы такие вещи плохо пакуют и отсылают там вообще в целлофанки. Потом очки приходят просто помяты или что-то в этом роде, понимаете? Вот, ну, давайте откроем и посмотрим. Так, ну, я просто мастер открывания коробок, конечно же. Ну, все получилось. Так. Это сразу мусор. Идет у нас сразу тряпочка такая для протирки очков. И, собственно, вот они сами очки. Ссылка на продавцов под видео. И все эти посылочки были заказаны с помощью бесплатного посредника AliExpress Украина. Если вы хотите что-то заказать через нас, и вы живете в Украине, пожалуйста, ссылочка под видео. Вот такие вот очки, кстати, смотрятся неплохо. Не знаю насчет всяких трендов моды, как они сейчас в этом плане, но вроде бы все хорошо. Оправа металлическая, стекла вроде стеклянные, не пластиковые. Вроде бы на вид все достаточно неплохо. У меня жалоб уж точно нет. Надеюсь, что и покупателю понравится. Так, тряпочку туда. Для протирки откладываем наши очки. Ну, давайте посмотрим, я не знаю. Ну, давайте эту откроем посылочку, посмотрим, что там. И я расскажу. Опять же, напоминаю, что ссылочки на продавцов под видео. Вы можете зайти, заказать, посмотреть, купить. И ссылочка на бесплатного посредника также под видео. Так, здесь даже две футболочки. Давайте мы это немножко отодвинем и посмотрим их. Так, так, так. Стоили они у нас по $9.80 одна. Давайте посмотрим. Заказывали там Mixed Order. Где же они открываются? Не хочется разрывать пакетик. Не хочется. Так, нашел. Пошуршим немного. Так, насчет запаха. Запаха резкого нет, просто обычной вещью пахнет. Так, ну вот такая вот футболочка с сайта AliExpress. В принципе, неплохо. Материал приятный на ощупь, качественный, не могу сказать. Ну, и она и не дешево стоит, извините меня. Возможно, кому-то это о чем-то говорит. В общем, в принципе, эта футболочка относительно неплохая. Но я не знаю, в плане как цены, в плане вот этого бренда, возможно, он кому-то известен. А так, на первый взгляд, футболочка неплохая. Давайте мы ее немножечко свернем аккуратно и посмотрим нашу вторую футболочку. Такая морская, полосатая. Морская полосатая. С котом. Прикольная футболочка. Здесь как будто материал немного другой, но тоже приятный на запах. Тот же бренд. Приятный на запах, приятный на ощупь. И нет в нем никакого вот такого запаха в этой вещи, такого неприятного. E2 Fashion. Happy Cat. Веселый кот. И вот он, собственно, сам веселый кот. Не, ну футболка прикольная. Так, здесь все распрямится. А, так должно быть, это ж я знаток женских вещей, анализирую тут. Вот, такой хэппи кот, веселый. В общем, тоже неплохая футболочка с сайта AliExpress. В принципе, ребят, на сегодня все. Две такие футболочки, часики. А, ой-ой-ой, да, я разогнался, все, да, молодец. Здесь еще у нас осталось платьице, или не платьице, не платьице. В общем, что-то в горошек, да, можно так сказать. Вот, стоимостью совершенно недорогое. И, кстати, вот забыл сказать насчет этих футболок. Еще до этого мне никогда не шли посылки через Днепропетровск. То есть изначально полетело в Днепропетровск эти вещи, потом в Донецк. Я был удивлен, честно. Так, это платьице $7.65. Давайте мы его откроем, посмотрим. Так. Сразу насчет бренда, возможно, кому-то это о чем-то говорит. Style Collection. Здесь, видимо,
Видимо, это что? Это коты или кто это? Да, о, точно, кот. Зачем они? А, они все в разной, кто вверх ногами, кто не вверх ногами. Запаха никакого нет, я не чувствую. Здесь такие пуговицы, вплоть до пояса получается. И внизу идет как юбка, да? Ну, в общем, платьице с сайта AliExpress. Ссылочка, ребят, под видео. В принципе, товар неплохой, не могу сказать, что он плохой. На ощупь оно такое легкое, приятное, запаха нет. Летнее платье с сайта AliExpress. Больше я сказать, конечно, ничего не смогу вам. Я думаю, что все размеры соответствуют, но под видео еще на всякий случай я вам обязательно напишу, соответствуют ли размеры. В принципе, все. С вами был Данил Букреев. До новых видео!